многоуважаемая... Нет, не так. Несравненная. Позвольте пригласить нас, то есть вас, на эту, как ее, дискотеку. Сегодня вечером в 6:00. Товарищ Печкин, я свою корову на дискотеку не пущу. Вы ей все ноги отдавите. Сдалась мне ваша корова. Я Маргариту Егоровну пригласить хочу. Сегодня ровно год, как она приехала к нам простоквашина. А вот она! Шарик, я просила пляжное полотенце, а это банное. А какая разница? Маргарита Егоровна, позвольте! Не позволю. Я давно на шезлонге должна лежать, а я почему-то тут стою. Шарик, принесешь полотенце на речку? Да побыстрее! Да, наша няня дама непростая. К ней особый подход нужен. Какой поход? Я и так каждый день в походы хожу. Почтовые. Да не поход, а подход. Вам бы, товарищ Печкин, имидж сменить. Еще чего? Сплюнь! Эх, чего не сделаешь ради Маргариты Егоровны. Ой. Нет, все-таки чего-то не хватает. Товарищ Печкин, а куда это вы такой модный? На дискотеку с Маргаритой Егоровной. Вы что, танцевать умеете? Да я вальс-бастон лучше всех танцую. На сельском конкурсе первое место взял за танец с бандеролью. Ай, товарищ Печкин, так уже давно никто не танцует. Смотрите, как надо. Я так дергался, когда электрощиток с почтовым ящиком перепутал. Ничего не понимаете. В интернете сейчас все так танцуют. А вдруг наша няня тоже современные танцы любит? Ух. Ай, ладно. Инструкция к этому танцу имеется? А вы просто за мной повторяйте. Видишь, как его колбасит. Колбасит? Да, над речью тоже придется поработать, дядя Печкин. Марго, хватит агриться. Гур! Флаг, флук, флексить. Игорь Иванович, вы хорошо себя чувствуете? Лучше, чем всегда, а всегда чики-пуки. Ай-яй-яй-яй. Так что, Маргарита Егоровна, пойдете со мной? Куда вам идти? Вам лежать надо. Стойте здесь, я за мазью. Отпустила. Погодите, Маргарита Егоровна отказала мне? Дядя Печкин, не сдавайтесь. Может, вам рэп зачитать? Или... А давайте мы Мигеровну украдем, а вы ее потом спасете. Или уши вам покрасим. Очень они у вас серые. Ни одной полоски. Вся, с меня хватит. Если Марго со мной на дискотеку идти не хочет, то и не надо. То есть это вы меня так на дискотеку приглашали, да? Ну, в общем, да. Ну, приглашайте. Только без этих ваших, вот этих вот. Маргарита Егоровна,
Позвольте? Позволяю. Идемте уже танцевать, Игорь Иванович. Ой! Мои билеты! Спокойно! Я знаю, что делать. После 11 шуметь не положено. А вы уверены, что наш чердак похож на мансарду в этом, в шале? Как чердак назовешь, так в нем туристы и заживут. И откуда в нашей деревне туристу взяться? Из объявления! Дополнительный доход лишним не бывает. К осени, глядишь, коровник модернизируем. Для начала мою зарплату модернизируем. Я требую прибавку за туризм. Вообще! И за вредность. Простите, за нашу вредность или за вашу вредность? Ну, что я говорила? Вот и первый клиент. И помните, клиент всегда прав. И не забываем про улыбки. Проходите, гости дорогие. Здрасте, здрасте. Это у вас Массандру в шале сдают? Печкин? Я и не знал, что туризм настолько внутренний бывает. Прям соседский. А зачем далеко ехать? Я ваше объявление в газете увидел и решил, что здесь отдохну. На дороге сэкономлю. О, вы сказочно мудры, Игорь Иванович. А что же вы стоите? Проходите. Чемодан оставьте, консьерж подымет. Ведь вы теперь отдыхающие. Вот увидите наше гостеприимство на 5 звездочек. Да, тяжелые у вас звездочки. Что хорошо, на курортах можно попробовать местную кухню. Вы от меня бутерброд-то не закрывайте. У вас в объявлении что сказано? Все включено. Кстати, а как у вас тут с достопримечательностями? Что вы передают? Где дикий пляж? Пляж там, где и был. Рядом с коровьим водопоем. А опера у нас тут только Маргарита Егоровна поет. Ну ничего, найду как развлечься. Ну-ка, одолжите мне свой телефон с фотокамерой. Хочу себе селфи сделать. Чтоб себя вспомнить, можно, между прочим, в зеркало посмотреться. Конечно, Игорь Иванович, пока у вас оплачено, все вещи здесь ваши. Вот кто тебя, Матроскин, просил в объявлении приписать дискотека в подарок. Терпите теперь. Вы чё такой грустный? У вас же отпуск вроде. В отпуске роман полагается. Из-за романов у нас только Дюма. 20 лет спустя называется. Мне б сегодня, а то 20 лет спустя и вспомнить нечего будет. Thank you.
О, Маргарита Егоровна, разрешите одинокому постояльцу помочь вам в домашних хлопотах. Вы так добры, Игорь Иванович. Ну-ну-ну-ну, поосторожнее. Простыню лучше всего складывать по инструкции. А вы будете мне писать? Нет, я письма по адресу доставляю, а не пишу. Эх, электричество за 3 дня месячную норму нажег. Но в убытке не остались. Здрасте вам, давно не виделись. Какой вы загорелый, дядя Печкин. Хорошо отдохнули. О, шале, Массандра, романтика, спа, все как полагается. Вот вам охота и рыбалка, пожалуйста. Спасибо. Правду говоря, отпуск меняет людей. С соседями только не повезло. А нет, не меняет. Вам занимательное скотоводство, вам раскраски. А вам писем нет. Зато есть рекордная квитанция. Можете оплатить прямо сейчас через мгновенный аппарат. Тама, Тама. Тама? Что такое? Ну-ка быстро верните ребенка на землю. Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать. Сейчас я его усилю. Прогрессивная вы все-таки женщина, Маргарита Егоровна. Экстремальным спортом увлекаетесь. Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал. О, так, штуковину эту разобрать. Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра. Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон, а я в тишину, покой и арт-терапию. А Вера Павловна играет в «Нарисуй свою мечту». И нарисованное у нее непременно сбудется. И вот еще, где есть мотоцикл, нет меня. У нас на почте такие детали пользу принесли бы. Ими клумбу можно украсить. А у нас теперь ржаветь будут из-за Мегеровны. Да. О! Я у Тама. Дядя Печкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем. А что? Бывает почта морская, бывает авиационная, а у нас мотопочта будет. Быстро идем!
Здравствуйте, Игорь. Позвольте увести вас в закат. Да сгиньте вы, Игорь Иванович. Ой, что это Мигеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает. Она вон цветочки за сараем рисует. Нервы успокаивает. Маргарита Егоровна, вам доставка мотопочты. Ой, дожить бы до выходных. Наша почта 7 дней в неделю работает. Распишитесь, пожалуйста. Да я отказываюсь от услуг такой почты. А я приветствую услуги такой почты. Примите посылку, товарищ Печкин. Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь туда-сюда. Не может почта бесцельно туда-сюда кататься. Я дома. Их устами младенца глаголит истина. Берите новую высоту. Ой. Все, меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. Это вы, Маргарита Егоровна, вверх тамашками? Или ай, я? От вашего мотоцикла вся жизнь кверх тормашками. Но теперь все снова по-старому будет. По-старому это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать? Да сделать из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино. Целебная. Того-того. Кто там? Так я говорил ему, волчья ягода. А Матроскин черника, черника. Все варенье волкам отдать пришлось. Это, конечно, интересно. Но вообще-то мы хотели узнать, как у вас Вера Павловна мандаринами объелась. В общем, я решила. И папа меня поддержал, что вам нужна помощь. Когда-то и я жила в таком чудесном доме. Мадам, вы за сметаной? Не готовы еще, вечером приходите. Какой милый котик. Брысь. Собачка, надеюсь, привитая? Знакомьтесь, это Маргарита Егоровна, ваша няня. Наша кто? Мам, ну зачем нам няня? Чтобы нам с папой было спокойнее. Теперь можете ни о чем не волноваться. Работайте себе, а мы знакомиться будем. Маргарита Егоровна? Как зовут? Дядя Федор. Феденька, значит. Не Феденька, а дядя... Поверь мне, мальчик, я знаю, как выглядят дяди. И знаю, как выглядят непослушные мальчики. А это что за чудесное дитя? Никакого уважения к заслуженному педагогу. Да, над дисциплиной придется поработать. Совершенно верно, Маргарита Егоровна. Дисциплины и порядка в этом доме не хватает. Эта комната мне подходит. Несите сюда мои чемоданы. И вообще-то я здесь после обеда отдыхаю. Эй, дед! Мы с тобой.
твоей мамой составили список книг для внеклассного чтения. Это на сегодня. Телефон и другие игрушки сдаем. Как это сдаем? Они ж мне для работы нужны. Еще одно слово. И для работы тебе понадобится только цепь и конура. Правильно, Маргарита Егоровна. Может, он теперь чем-нибудь полезным займется. А у меня, между прочим, молочное предприятие. А у меня, между прочим, непереносимость лактозы. Ну, раз для дисциплины надо, Гаврюша, за старшего. А где мои коровки? Им здесь было тесно, и я их отпустила. А для оранжереи это помещение очень подходит. О, как ты валялся в ногах у меня, ты весь извивался. Нам надо срочно отделаться от этой Маргариты Мегеровны. Ха, проснулся. Тебе ж нравилось дисциплина и порядок. Перенравилось. Хочу, чтобы все было как раньше. Тама-тама. Нет, это уже слишком. Надо, чтобы она сама захотела уехать. Через 5 минут обед! Манная каша с комочками! Затем тихий час! А мне, я думаю, будет очень полезен пикник на воздухе. Привет, соседи! Можно я у вас в коровнике переоденусь? Искупаться хочу! Боюсь, на речке велосипед сопрут. Да делайте вы что хотите. Нам теперь все равно. Эй, воспитуемые! У вас что, нет корзинки для пикника? А вот же подходящая корзина. А ты смышленый, Феденька. Дядя Федор, ты гений! Печкин на велосипед ее в прыжок сотрет! Вижу, огурчики решили выращивать. Молодцы! Я от вашего молока уже в детство впадать начал. Ха! Что же вы наделали, ироды? А это не мы. Это няня вон наша, Маргарита Мегеровна. Слышите? В доме поет. Сейчас я вашей Маргарите Гангреновне голосок-то подправлю. Ну все. Можно ее чемоданы обратно выносить. И больше не смейте без стука вламываться к даме будуар. Понятно, понятно. Фух, вот эта женщина. Кого-то она мне напоминает. Маргарита Егоровна, корзиночку вашу куда определить? Под тем деревом на кровати, Игорь Иванович. А сливки где? Виноват. Одну минуточку. В сельхоз сгоняет. А вы что стоите? Марш в дом. Каша на столе. Потом чистить зубы и спать. Ничего, мы проиграли сражение, но не проиграли войну.